Всем привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы заглянули сегодня ко мне на канал. Меня зовут Лена, если еще кто-то не знает. И мой канал о парфюмерии. И сегодня, ребята, я хочу вам рассказать о своих любимых недорогих ароматиках с ноткой миндаля. Так как у нас зима, холода. Ну, у нас, слава богу, в Омске. Вы знаете, в этом году вообще зима балует. То есть там ниже 25, как-то вот то ночью, как бы еще не опускалась температура, а зима уже подходит к концу. Прям мы вообще счастливы и довольны. То есть днем у нас там 14-15 минус. Вот в ночь, да, там 20-25 где-то как-то чего-то. Но вообще по сравнению с прошлыми годами, это просто теплынь. И мы, дорогие мои, не знаю, как вы, но вот я очень люблю ароматы с нотой миндаля. Я их и летом, и зимой ношу. Но зимой нам больше хочется вот таких каких-то теплых, ореховых, уютных ароматиков. Если вам интересна эта подборочка, оставайтесь со мной. Давайте начнем. Первым таким ароматом это у меня будет Black Tulip от Bracar. То есть это у них линеечка Daydreams. Такая вот. Смотрите, я его все-таки ношу, брызгаюсь им, поливаюсь. Ну, потому что, ребят, ну классная поливашечка, я вам скажу. Я не знаю, чего на кого они там косили. Ну, мне вот, вы знаете, вот он схож чем-то Трезор от Lancôme Lenivé. Здесь я чувствую, знаете, вот свежесть груши, в Lancôme есть эта свежесть груши, миндальные ноточки с карамельными, знаете, с какими-то кофейными оттеночками, сладкие цитрусы здесь. Вот правда, вот, ну, классная поливашечка. Да, она, ну, это водичка, ну, 2-3 часа. Потом на мне чуть-чуть, как бы, появляется немножко мылковатых ноточек. Ну, вы знаете, на 2-3 часа, особенно дома, политься, прекрасное дело. Тем более, когда мне жалко моего трезорчика. А мне жалко моего трезорчика. Я поливаю, знаете ли. Вот такой вот поливашечкой от Bracar Black Tulip. Не знаю, кто-то, может быть, скажет, фигня фигней, денег таких этих не стоит. Не знаю, за 200 рублей, ну, почему бы и нет. Я говорю, дома опалился, через 2 часа от тебя ни слуху, ни духу, можно нанести что-то другое. Миндальный, сладкий, теплый такой, обволакивающий. Чуть-чуть вот эта вот свежесть груши. Я не помню, если честно, в пирамиде есть там груша или нет, но я вот прям ощущаю эту грушку, такую свеженькую, вкусненькую. Классно, Black Tulip с миндальными оттеночками от Bracar. Пожалуйста, вам. Следующая у меня водичечка. Тоже от Bracar, это джелатто. И здесь, дорогие мои, я тоже слышу миндальные ноточки. Он чуть рисковат такой на старте. Не знаю, что дает такую резкость. Но потом вот появляется вот сразу же, знаете, такой холодок. Прям мятный холодок, мятный и в то же время цитрусовый. Очень интересное, вы знаете, звучание у джелатто, вообще необычное. Потом все это дело усаживается, такое прилаживается, и выплывают, знаете, такие немножко молочные оттеночки. Джелатто же это, по-моему, итальянское мороженое. Вот здесь, наверное, хотели показать вот это вот, этой молочной ноточкой, вот это вот мороженое. Нотки мороженого. Но для меня, вот я говорю, это мята, цитрусы сладковатые, чуть горчиночка, жасмина. И вот это вот все перекликается с таким вот, я говорю,
немножечко молочным подтоном. И знаете, усаживается на мне вот ванилью и миндальными оттеночками. Вот я говорю, база здесь вот для меня миндаль. Прям я очень хорошо его ощущаю на себе. Классный, классный. Это же тоже, ребят, очень похожий аромат со снятым ароматом от Аджмал. Forever Enticed. Кто-то мне написал, девчонки, что его сняли. Он, вот Аджмал, он более такой мягкий, он более такой пушистый, более такой орехово-молочный. Здесь вот, вот эта вот мятная нотка, вот она дает вот какую-то, знаете, вот эту остроту и немножко колкость аромату, что-то какая-то вот, вот шероховатость в этом парфюме. Но все равно, ребят, вот как замена Аджмал, и я говорю, поливашка за 300 рублей. Ну классно, я не знаю, на мне не вылазит никаких, вот знаете, вот этих дешевых баз каких-то, что-то там кто-то слышит, какую-то там фигню. Ой-ой-ой, ну все, мой. Понесли ботинки, гавай. Сидит, что увидит. Не знаю, ребят, красиво. Мне здорово, мне классно. Мне жалко же снятость Forever Enticed. Я буду поливаться. Джелата от Бракар. Так что вот, ребят, миндальный ароматик джелата от Бракар. Пожалуйста. Ой, я, наверное, составлю их вот сюда, чтобы вы видели, да? Смотрите, у меня вот такие, они парочками Black Tulip. Похожи для меня на Lancome Trésor La Nuit. Здесь у меня Аджмал и Джелата. Вот такие парочки у меня, представляете, вот тут вот оказались, оказывается. Следующий аромат, ребята, это от Лариф, Fleur de Femme. Ну классный, ну вот, вот правда, классный миндаль с вишней. Вот правда, а вишенка, знаете, такая ликерная. Такая сладкая здесь, прям со сладкими цитрусами, с ванилью, с миндалем. Ну вот похоже на Poison Girl от Dior, прям очень похожий, очень неплохой. Да, тоже может быть стойкость небольшая, то есть там 2-3 часа, но я говорю, мне нет здесь никаких химозных ноток. Он просто вот потом они вот стихают и все вот эти вот ароматики. Я говорю, кто-то пишет там какие-то подсолнечное масло там слышат в базе, еще что-то. Ребят, я не слышу, не знаю. Мой нос не слышит подсолнечного масла. Кто-то написал, знаете, на фрагрантике запах подсолнечного масла. Не знаю. Ну, я говорю, вот так наслушаешься, правда же ассоциация пойдет с подсолнечным маслом. Ну, классно, ну, классная, ликерная такая сладкая вишня, все ванильно, все миндально, вкусно, классно. И очень похож с Poison Girl от Dior, ребят, жалко Dior, пользуюсь Лариф. Ношу ведь, ношу. Вот такой миндальный ароматик, ребята, и недорогой, и вкусненький, классный, самая вообще вкуснятина. Следующий аромат. У меня тоже отловился. У меня... Опа-на, вот тут еще мне тут снести мои эти на стеклянном столике, чтобы все поразбивалось. Следующий аромат у меня тоже от Лариф. Видите, у меня что сегодня? Сладкие парочки. Ой, ребят, ну это уже закос на Пуазон от Dior. Причем в туалетной воде. У меня он есть. Ой, ну вот, знаете, миндаль. Со сливовыми оттенками. Тоже, знаете, кокосовая вот эта вот сливочность здесь проявляется. Ну, прям очень похожий. Вот не знаю, ребят, но очень похожий. Я говорю, у меня есть и Пуазон от Dior вот в туалетной воде. Ребят, очень похожий. Вот правда. Ну, не дать, не взять. Ну, здесь он немножко еще более терпкий аромат. Здесь такой сладости не так много. Здесь побольше, знаете, таких каких-то карамельно-ванильных ноточек положили. Что он прям заслащивается, вот этот цвет. Хоп, от Лариф. Ну, а так, ребят,
Я говорю, слива с миндалем, с кокосовыми такими, тоже кокосово-ореховый такой, немножко молочные тоже вот оттенки, сливочные, скажем так, оттенки вот этого кокоса. Ну, классный тоже, 2-3 часа, но, естественно, на одежде будет более стойкий. Прекрасно, прекрасно, потом потихонечку стихает, и красота. Ребят, отличная, отличная замена, Poison от Dior в туалетной воде. Красота, кстати, смотрите-то, за Коста реально делали. Прям очень даже, я вам скажу, схоже. Ну вот такие мы, ребята, парфлюбители. Вот жалко нам вот одно, поливаемся дома. Но что, ну правда, ну вот дома я хожу, сейчас я Диором буду, да, обливаться. Ну что смеяться-то? У меня Лариф и Бракар. Ой, прелесть, классно, 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 классно. Следующий аромат, ребят, у меня это Jenny Glow. Аромат не вышепчу. Мюри, Бин, Мэри Бин. Короче, напишу, или вот написать, естественно, в фейкбоксе напишу. Вот, смотрите, какая штучка. Я не знаю, вот это у меня два уже аромата от Jenny Glow. Но их же позиционирует этот бренд, по-моему, там, это да, по-моему, что-то турецкий или какой-то он Эмираты, кто-то там делает, подпишу, если что, в инфобоксе. Их же позиционируют за кос на что-то, но я в своем гардеробе ничего не нашла, на что это похоже. И на фрагрантике я нигде не увидала, никто ничего не написал, на чего это, где за кос. Может, я не нашла. Если что, ребят, если знаете, подскажите, на что этот аромат, как говорится, закосили они. Ну, ребят, ну здесь миндаль. А для меня горький такой, с кожаными ноточками. Какая-то остринка перца, что ли, даже на старте. Я говорю, сладость какую-то здесь подарили. Подарили нам, положили в этот флакончик. Ну, я говорю, сладость то ли цитрусов, то ли... Скорее всего, цитрусовая сладость, да. Но больше всего здесь, знаете, кожа с миндалем мне идет. Тут, знаете, даже какой-то дымный немножко аспект, как удовый аспект слегка появляется с деревяшками. Ну, классные, ребят. Вот вообще тоже что-то на Натина набрала. Не знаю, есть ли там в наличиях сейчас или нет. Они бывают, пропадают. Потом появляются по большой цене, а потом опять скидки идут. Я его что-то за 400 с копейками брала. Ну, классный, необычный гаврик. Гава! Кожано-миндальный аромат. Ребят, прикольный. И сладость. И даже как будто бы и ванильность я здесь слегка ощущаю. Я говорю, терпковатый он какой-то вот такой вот. Я говорю, какая-то и остриночка здесь на старте, и удовые дымные ноточки. Ну, очень интересные, ребят. Такой, я говорю, смотрите, вон так плавненько, так крышечка, так типа. Очень, я вам скажу, достойный бюджетный ароматик с миндалем и с кожей. Я его вообще отнесла бы к унисекс аромату. То есть и для мужчин он тоже очень даже и неплох. Следующий аромат, дорогие мои, это у меня шейк. Шейк номер 347. Ребят, я его носить не буду, потому что, ой, он на мне. Это закос на Tom Ford Fabulous. Это первое слово. Не особо хорошее. Его даже на флакончиках Tom Ford, по-моему, там зачеркивают. Вот, это закос на вот этот вот Fabulous. Ребят, не знаю, Fabulous не тестировала, но заходила на фрагрантику, читала, что там кожа, миндаль, знаете, вот такие вот, ну, травянистые какие-то. И здесь, ребят, прям кожа с миндалем, вот это вот травные какие-то ноточки.
по-моему, шалфей, что ли, там заявлен в пирамиде. А, и шейка, и фабулоса, по-моему, шалфей. Я вот перед видео что-то не залезла, не посмотрела, память моя мне уже изменяет. Но прям чувствуется, знаете, вот такая вот она какая-то вот терпковатая, вот эта вот травушка, муравушка. И ноты кожи, прям кожи. Сладости здесь замечательно. Собакин пробежал, лампу отключил. Ну да что такое, господи, боже мой. Так вот, ребят, этот вот шейк 347 закос на Тома Фонда Fabulous звучит вот этой вот травной, кожаными аспектами. Я говорю, ну да, по-моему, шалфей. Никакой, говорю, сладости в нем нет. Знаете, такой брутальный, такой тоже и унисекс аромат. А, ребят, для тех, кто носит косухи, кожаные штаны, гоняет на байках. Очень долго. На мне он, вы знаете, ну, часа три уже. Прям от кожи пахнет. Кожа и миндальные эти оттеночки. Ну, классный. Ну, классный, необычный аромат. Ребят, шейк 347. Закос на Тома Форда, пожалуйста, миндаль с кожаными ноточками. Классный, интересный зимний. Но, ребят, не для каждого, не для всех. А, на мне он сидит вот этой вот кожей с миндалем. Чуть-чуть, вы знаете, припудривается даже. То есть такая кожа, как сказать, даже, можно сказать, даже замша немножечко. Да, такая ласковая, мягкая кожа. Ну, красивый. Мне очень заходит. По настроению мне очень даже и неплохо. Так что, ребят, вот такая у меня сегодня подборочка бюджетных ароматиков с миндалем. У меня есть и небюджетные ароматики. Тоже, скорее всего, потом сниму их, покажу. Ну, а на сегодня у меня все. Я вам всегда желаю самых вкусных парфюмочек. Заходите ко мне на канал. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Поставьте мне пальчики вверх, если вам не трудно. Давайте встретимся с вами в комментариях. Что вы думаете по поводу этих бюджетных ароматов? Что вы в них слышите? Слышится ли вам ноточки миндаля? Как для вас дешевые они там, не дешевые? Может быть, это я, как говорится, себе мой нос разыгрывает опять со мной такие злые штуки. Скажете, фу, фигня какая-то, какую-то хрень нам показала, нафиг надо. Так что давайте встретимся в комментариях, обсудим все это дело. Ну, на этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.